Добро пожаловать на канал Hardress at Info. Перед нами находится устройство Motorola Edge 40. И сейчас я покажу вам, как узнать номер имени, а также серийный номер данного устройства. Так, для этого мы открываем приложение телефон, открываем клавиатуру и код. Нам нужно ввести код и значит звездочка решетка 06 решетка. Таким образом мы узнаем номера IMEI и серийный номер нашего устройства. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.